Тверской академической гимназии имени Максимовича, так же, как и в других образовательных учреждениях Верхневолжья, в самом разгаре учебный год. Здесь получают образование дети с 5 по 11 классы. Как адаптировались к новым условиям обучения самые юные воспитанники гимназии, классным руководителем которых является Анна Викторовна Васильева, выяснил наш корреспондент. В этом году академическая гимназия имени Максимовича пополнилась более чем на 100 учеников. Часть этих ребят пошли в 5 класс, перейдя из своей школы в новое учебное заведение. Как отмечают многие родители, об академической гимназии слышали много хороших отзывов. И руководствуясь опытом предшествующих учеников, остановили выбор именно на этой гимназии. Я всегда думала, что у меня ребенок гуманитарий, но наш классный руководитель в этой школе оказался математиком. И уже сейчас ребенок мой, Ярослав, говорит, что «мам, наверное, все-таки я математик. Мне очень нравится, как преподает Анна Викторовна». Самые юные гимназисты говорят, что за небольшой срок, который прошел от начала учебного года, у них уже появились любимые предметы и хорошие друзья. Мой любимый предмет – математика, потому что там хороший учитель и нам рассказывают разные математические секретики. Наш класс очень дружный. Я подружил почти со всеми ребятами, а еще у нас очень хорошие учителя. Они очень добрые и всегда помогут, если мы что-то забыли или не знаем. И родители, и дети довольны той атмосферой, которая царит в учебном заведении. В отличие от обычной школы, преподаватели здесь те же, что и у студентов. И с самого раннего возраста они учат детей быть самостоятельными и мотивируют на достижения. С момента перехода у моей дочери началась новая жизнь. Замечательный коллектив, дружелюбная атмосфера, педагоги очень корректные, профессионалы своего дела. Отдельно хочется сказать, что продленка организована очень интересно. Время пролетает незаметно. Ученик 5 класса Ярослав Уткин признается, что в гимназии у него появилось много друзей. Здесь добрые учителя, интересные предметы, а также он является старостой класса. Так как я староста, я заполняю классный дневник, иногда собираю и раздаю тетради, назначаю дежурного и помогаю тьютору. В Тверскую академическую гимназию приходят ребята, которые нацелены на учебу в лучших вузах страны, в том числе и в Тверском государственном университете. А опытные учителя и наставники помогают ребятам адаптироваться в новом учебном заведении, получать отличные оценки и раскрыть свои таланты.